Она похожа на маленькую лохматую Колли, например, Лесси. Но это не так. Шетландские овчарки, известные также как Шелти, милые маленькие собачки. Некоторые считают их маленькими Колли, но это не так. Это другая, отдельная порода. Шетландских овчарок также называли карликовыми Колли, туни-Колли, Перри и Фейри. Благодаря овчарке по кличке Пик появилась видеоигра Nintendo. Шелти, выдающиеся преданные компаньоны, обычно весят около 12 килограммов. И достаточно умны. По сообразительности Шелти занимают 6-е место среди 132 пород. Молодец. Эти собаки знамениты своими мягкими пастушьими навыками. Они будут присматривать за вашими детьми, за вами, за утками в пруду на вашем заднем дворе, за всем. Как их не любить, если исключить лай и линька? Эта порода не для всех. Шелти очень энергичный. Согласно истории, они родом с крошечного острова. Их родина — Шетландские острова, принадлежащие Шотландии. Они похожи на миниатюрных колли, но для получения этой породы скрещивались и другие пастушки-собаки. У этой шотландской овчарки очень красивая и длинная двухслойная шерсть разных оттенков. Верхние волоски толстые, грубые, не попускающие воду. Традиционно у Шелти изящная голова, напоминающая длинный прямой клин. У них заостренные лисьи мордочки и маленькие ушки. У них прямые, слегка изогнутые, симпатичные ушки. Эти собаки очень привязаны к своим хозяевам. Это семья Пипов. Они очень любят Шелти. У них три таких собаки. Фостер. Из всех наших собак Фостер – мой любимец. Привет, Фостер. У Фостера и маленького Коннора на самом деле особая связь. Как только Коннор начал работать с Фостером, он стал больше общаться и разговаривать. Фостер, барьер. Молодец. Коннор – ребенок с особыми потребностями. Он страдает задержкой речевого развития. Когда ему было 3 года, врачи дали неутешительный прогноз. Врачи сказали, что он, возможно, никогда не заговорит. Коннор несколько лет не разговаривал с людьми. Еще 5 лет назад интервью с Коннором было бы невозможно. Я осторожно расчесываю его. Коннор не мог долго сосредотачиваться. Вы готовы? Да. Фостер, барьер. Не натягивай поводок. Жизнь Коннора изменилась с тех пор, как он попросил у мамы разрешения показывать Фостера на выставках. Барьер. Молодец, Фостер. Однажды он попросился попробовать. Я не могла отказать ему. Поначалу Коннор и Фостер воевали. Я часто тороплюсь немного. Фостер, ко мне. Ладно, очень тороплюсь. На одной из первых выставок бедный Фостер провалился. Стоять, Фостер. Сейчас Коннор может добиться большего от Фостера. Самым большим достижением Коннора стало умение проигрывать. Однажды судья сказал, что быть вторым не так уж плохо. Для Коннора это было необходимым открытием. Он учится спортивному мастерству, учится быть благодарным победителем и побежденным. Он подходит к победителю и поздравляет его, а проигравшему говорит, что тот хорошо поработал. Мы выиграем следующее состязание. Да, Фостер? Теперь очередь Коннора удивлять судей в Мэдисон Хайтс, в общественном клубе штата Виргиния, где Коннор состязается за звание младшего дрессировщика. Если ты не первый на ринге, посчитай раз, два, три. Затем иди. Хорошо. Вперед, Фостер. Время показать себя. Итак, Фостер на столе. Без паники, дружище. Теперь тест на знание частей тела. Переносится? Переносится. Пятка. Пятка. Хорошая работа. Коннор и Фостер – победители. Спасибо. Я стал первым. Это здорово. Вперед. Коннор и Фостер – это команда. Молодец, Фостер. Феноменальная команда. Этот маленький активный дуэт добивается успеха наперекор всему.
Молодец. Фостер дал Коннору уверенность в необходимости свободно говорить и двигаться. А Коннор помог Фостеру стать победителем на выставках. В общем, оба в выигрыше. Я люблю тебя, Фостер. Ты хороший. Итак, Шелти может жить везде. Но помните, они лают больше обычных собак. Что касается здоровья, это одна из пород, предрасположенных к гипотиреозу и особенно к эпилепсии. Они страдают заболеваниями костно-мышечного аппарата. Что касается ухода, их шерсть нужно часто расчесывать. Их густая шерсть легко спутывается и вызывает проблемы с кожей. Большой недостаток Шелти – постоянная линька. Расчесывать их нужно каждый день, если вы не хотите, чтобы повсюду была шерсть. Расчесывать нужно нижний слой шерсти, который очень густой и в котором много пуха. Что вам действительно не нужно делать, так это подстригать Шелти. Их шерсть служит им изолирующим средством, как в жаркую, так и в холодную погоду. Благодаря их уму, барьер, их легко дрессировать. Они любят дрессировку. Все собаки пастушьих пород любят дрессировку, особенно шелти. Поэтому шотландских овчарок часто заводят и очень любят. Если вы хотите иметь послушную собаку, заведите себе шотландскую овчарку. Они также очень умны, понимают и выполняют все команды. Вдобавок, шелти очень красивый. Шелти – прекрасные питомцы для активных семей. Барьер, молодец. В общем, шотландская овчарка может жить везде, но они шумные и энергичные. У них может быть гипотиреоз и предрасположенность к эпилепсии. Их нужно регулярно расчесывать, и они легко поддаются дрессировке. В целом, Шелти подходит людям, понимающим, что такое собака. Хорошая девочка. Yay. Да.